Всем привет, с вами Веня Пак, и добро пожаловать обратно на Lingua3 TV. И в этом видео я отвечу на вопрос. Что делать, если я не понимаю носителей на слух? Мне очень сложно понимать речь носителей на слух. Что с этим поделать? И прежде чем мы начнем с вами разбирать конкретные стратегии того, что нужно делать, если ты не понимаешь носителей на слух, для начала я бы хотел разобрать, что не нужно делать, если ты не понимаешь носителей на слух. Поэтому, если вы готовы, поехали. И для начала я бы хотел сказать, что понимать носителей на слух — это умение очень высокого уровня. И даже для некоторых студентов уровня Advanced это может быть довольно-таки сложной задачей. Но вот что точно нельзя делать, если вы не понимаете носителя языка на слух. Не притворяться, что вы понимаете, и просто кивать. Начинать нервничать и расстраиваться, заметно расстраиваться. И ни в коем случае не привыкать и не быть готовым смириться с тем, что вы не понимаете. Если вы находите себя в такой ситуации, не нужно просто улыбаться, кивать и, знаете, не участвовать в разговоре. Если вы чего-то не понимаете, не бойтесь и не стесняйтесь задавать вопросы, переспрашивать и убедиться, что вы действительно понимаете, о чем идет речь. Это очень-очень важно, и я понимаю, что это не всегда удобно, но просто задумайтесь об этом. С каждым разом, что вы переспрашиваете или просите более подробного объяснения, вы все ближе и ближе подходите к тому, чтобы все понимать с первого раза. Это факт, это я не вру и не просто вас успокаиваю, это факт. Так действительно оно и есть. Не застывайте и просто не молчите, а старайтесь разобраться с этой ситуацией, пока вы в ней находитесь. И не переживайте, носители языка не будут вас осуждать, они не будут говорить там, ох, уж этот иностранец ничего не понимает, такого нет. Потому что в культуре английского языка, по крайней мере, я не могу говорить за другие, но в культуре английского языка способность коммуницировать — это ответственность каждого. И человек, когда разговаривает с вами, даже на его родном языке, он понимает, что это его ответственность сделать все возможное, чтобы вы его поняли. Когда вы переспрашиваете, вы чувствуете стресс и вам стыдно. Носитель языка чувствует, в принципе, то же самое. Стресс, и ему стыдно. Так, подожди, мне нужно объяснить. Собеседник меня не понял. То есть, этот уровень стресса примерно одинаковый. И носителям языка может быть тоже трудно объяснить, что они хотят сказать другими словами. И в таком случае они не смотрят, не поворачиваются к вам и не смотрят на вас и не обвиняют в этом вас. Они будут обвинять себя и копаться в себе, и когда этот разговор закончится, они придут домой. И знаете, это как фильм. Вы приходите домой, вы начинаете себя наказывать. Блин, почему у меня такой плохой английский? И носитель языка тоже приходит домой и начинает себя наказывать. Блин, что я не мог нормально объяснить, что я за болван такой? Поэтому не переживайте. У этой ситуации две разные стороны, но эти стороны довольно-таки похожи. Поэтому даже если вы стесняетесь спросить для себя, сделайте доброе дело носителю языка и переспросите, и дайте ему или ей возможность повторить или правильно объяснить. Потому что для носителя языка, тоже как и для вас, нет ничего страшнее быть непонятым. В любом случае. Мы запускаем бесплатный недельный марафон Lingua Support. Это твой помощник и поддержка во время информационного бума. Он поможет тебе прокачивать английский, отвлекаться и продолжать делать, что любишь. Записывайтесь на бесплатный марафон Lingua Support по ссылке в описании. Ну и последнее, чего нельзя делать или чего не стоит делать, это постоянно говорить «Can you repeat that, please? Can you repeat that, please?» I'm sorry, can you repeat that? Вообще, эту фразу можно, в принципе, я думаю, исключить из вашего словарного запаса полностью, потому что это неэффективная фраза абсолютно. Повторить, окей, я повторю второй раз, третий, четвертый, десятый, это будет одна и та же фраза в любом случае. Поэтому запаситесь какими-то другими способами уточнить информацию, чтобы ваш разговорный арсенал был полон этих разных фраз. Например, what do you mean by that? What do you mean by that? Или could you elaborate? Could you elaborate? Can you explain it in a little more detail? Ну, можно очень много разными способами сформулировать эту мысль. I don't think I understand what you mean. Could you break this down for me? Да, можешь ли ты простыми словами объяснить?
Could you break this down for me? Let me break this down for everyone. Could you explain it in layman's terms? Например, да, можешь тоже, опять-таки, простыми словами это объяснить. Старайтесь как можно меньше использовать вот эту вот заезженную фразу Can you repeat that, please? От повтора, как правило, мало что изменится. Но эта фраза применима, если, допустим, вы в какой-то громкой среде, проехал поезд, проехала пожарная машина с сиреной, и тогда да, повтори, я не услышал. Вы в клубе, музыка играет, вам что-то кричат, повтори, я не слышу. Тогда да, конечно, но если вы просто не поняли, что вам сказали, то от повтора мало что изменится. Как в обычном разговоре на вашем родном языке, если вы что-то не поняли, вы не скажете «повтори», вы скажете «что ты имеешь в виду?», «объясни», «перефразируй», да, и точно так же вам стоит думать об этой ситуации и на английском языке. Ну и как нам с вами повысить наш уровень восприятия английского на слух? К сожалению или к счастью, у этой проблемы есть только одно решение. Решение заключается как раз-таки в самой проблеме. Если вы не понимаете на слух, слушайте больше. Не застревайте в школьном английском, где упражнения на аудирование все очень приятные, в приятном темпе, с хорошей дикцией, с простыми словами. В реальной жизни такого не будет. Поэтому здесь вам нужно найти любые способы и любые возможности слушать что-то на английском языке, но не просто слушать что угодно, лишь бы слушать. Начните с того, что вы и так слушаете или смотрите какие-то сериалы или фильмы, которые вам нравятся, или сериалы или фильмы, которые потенциально вам понравятся. То, что вы, допустим, хотите посмотреть, у вас следующее в списке, начните на английском языке. Меня часто спрашивают, что посмотреть, что послушать. Я не знаю, вы знаете лучше, что вам посмотреть или послушать. То, что вам нравится и так, то, что вы слушаете, о ваших увлечениях, о ваших хобби, это будет намного приятнее. Вы будете окунаться в эти обсуждения и разговоры на ваши любимые темы. Вы будете становиться лучше, повышать ваш уровень. Вы будете с удовольствием слушать это. И вы также будете слышать новые способы обсуждать ваши любимые темы. И здесь вам просто нужно время и практика. Чем больше вы слушаете, тем лучше вы понимаете. Носители языка не говорят так приятно, медленно и разжеванно, как это подается в всяких там упражнениях на аудирование. И к этому нужно привыкнуть. К этому просто нужно привыкнуть. Вам нужно просто привыкнуть к тому, как они соединяют звуки, проглатывают звуки и как в целом они говорят. И если вы действительно сфокусируетесь на тренировке восприятия речи на слух, то все, у вас не будет с этим никаких проблем. Ну и не забывайте то, о чем мы поговорили в самом начале этого видео. Поэтому я желаю вам удачи, начинайте прямо сейчас и продолжайте это делать, если вы уже начали. С вами был Веня Пак, вы на канале Lingua3b TV. Если у вас есть какие-то вопросы, то оставьте их в комментариях под этим видео, и мы постараемся ответить на ваши вопросы и помочь вам на вашем пути в изучении английского языка. Спасибо огромное за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания.